На радость юным жителям в микрорайоне Пироговский появился новый комплекс с различными сооружениями. Тут можно встретить корабль, качели, горки, турникеты и даже свой песочный дворик. Данная игровая площадка была построена по программе губернатора, то есть при софинансировании с бюджета Московской области. Тематика выбрана география, то есть жителями ближайших районов общались для того, чтобы понимать, давали выбор из того, что имеется. Площадки, которые строятся по программе губернатора, это большие игровые комплексы площадью 300 или 450 квадратных метров. На них расположены игровые и спортивные элементы для детей разных возрастов. Они оборудованы ударопоглощающим резиновым покрытием и хорошо освещаются. Очень была нужна данному району. Поселок Пироговский, поступало много обращений, много пожеланий. И сегодня мы эту площадку с вами построили. Отдельная для вас просьба. Площадку надо хорошо сохранить и за ней ухаживать. Не ломать, не портить. И все тогда у нас будет с вами хорошо. Пока играют ребятишки, родители могут посидеть в тенечке. Для удобства сопровождающих на площадке установлены лавочки. Раньше была старая, сейчас большая, новая, красивая, красочная, ну, замечательная. Мне нравится В этом году по губернаторской программе в Мытищах обустроят еще 7 новых детских площадок. Они появятся в скверах на Колпакова и Семашко, на Сукромке и на Новомытищинском проспекте. Все они будут также торжественно открыты в ближайшее время. Екатерина Шарыпова, Первый Мытищинский.